Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Arcus Diamond Gamma, и сейчас вам покажу, как узнать IMEI и серийный номер вашего устройства. Первый способ быстрый, он позволяет вам при помощи кода звездочка решетка 06 решетка узнать номер IMEI для первой и второй сим-карты. А второй способ позволяет вам найти всю информацию, для этого просто заходим в настройки, переходим в самый-самый низ и выбираем о телефоне. Здесь в общей информации мы находим данные IMEI кода, и если мы вернемся обратно, то чуть-чуть ниже можем найти наш серийный номер. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока!